была борьба, скажем, с гигантами. Я в разы меньше по весу их, но не отставал по баллам. По сравнению с прошлыми соревнованиями я улучшился в качестве, мое позирование стало лучше, я стал увереннее чувствовать себя на сцене. Ну и дальше будем набирать обороты, должны набирать вес, догонять больших ребят. Это, в принципе, традиционное соревнование. Его значение в этом сезоне, оно практически в нашем регионе одно из первых. Были интересные нюансы, когда выходит категория бодибилдинга, выступают ребята там под 100, за 100 килограмм, и выходит Павел Ключинский с весом меньше 70 килограмм, и смотрится очень достойно.